Thank you.
Сейчас его музыку с какими-то мелкими вкраплениями, так сказать, великолепных джазовых стандартов. И продолжим мы с пьесы, которую писал Толя, и называется она «Гореть, но не в огне». Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Очень.
играем очень красивую пьесу, которую с Анатолием Герасимовым мы играли очень редко. Последний раз мы ее играли лет 15, наверное, назад, и потом почему-то перестали. Перестали, потому что никому не хотелось репетировать. То есть не было такой пружины. Нет, потребность была у нас, у молодых, а пружины в Толе как бы не было заставить себя. Поэтому как бы он всегда так расслаблялся. Да ладно, давайте что-нибудь играть. Вот, поэтому мы о ней забыли, а вот сейчас мы ее восстановили, и мы хотим для вас ее сыграть. Называется пьеса «As Time Flies». «Время летит». Thank you.
Thank you.
Спасибо. Я сыграю замечательные лучшие музыканты Москвы. Алексей Корцов, барабаны. Андрей Красильников, саксофон. Евгений Лебедев, клавишные. Меня зовут Антон Ревнюк. Большое спасибо. Хочу сделать маленькое объявление. 27 января, через 2 недели, у нас будет концерт в Московском доме музыки. В театральном зале в 7 часов начала. Мы будем играть в трио с Евгением Лебедевым нашу программу при участии струнного квартета. Не так давно мы записали пластинку. И, собственно, эту пластинку мы и будем представлять, а вы будете ее приобретать. Вот, так что милости просим. 27 января. Билеты можно купить на сайте, дома музыки можно в кассах. Вот. Кстати, у нас даже есть диски, которые вот прям первые только получены. Ни у кого еще нет, никто еще не купил, а вот у нас они есть. Если вот кто-то захочет приобрести, пожалуйста, подходите, не стесняйтесь. Большое спасибо.